На авианосец «Адмирал Кузнецов» впервые совершил посадку истребитель МиГ-29КР. Первую посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» совершил штатный истребитель из состава недавно воссозданного 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота. Планируется, что корабельная группа Северного флота во главе с Кузнецовым отправится в дальний поход после 20 октября. В предыдущие годы авианосец несколько раз выполнял задачи в Восточном Средиземноморье. На данный момент авианосец проходит вторую стадию модернизации. По оценкам экспертов, наличие на борту адмирала Кузнецова истребителей МиГ-29КР придаст ему больше ударных качеств, поскольку эти самолеты способны наносить удары по надводным и наземным целям.